Богу, что мы имеем привилегию в этот вечер склоняя разум и сердце перед Ним, размышлять о Его Слове, о некоторых очень важных истинах, которые нам необходимы и будут хорошо, если наш разум и сердце будут достаточно внимательны тому, что Дух Божий хочет сказать каждому из нас. Дорогие, когда проходят города нашей жизни, вы знаете, отличительной чертой многих из нас является одна жалоба, с которой мы предстоим перед нашим Богом. Спасибо. Мы говорим, наша память слабеет. Вы знаете, я сегодня хочу поговорить и к вам, и к себе об этом уникальном свойстве нашего, нашего сердца, или нашей души, нашего духа. Я даже не знаю, где это покоится. О памяти. Почему Одни люди проживают жизнь, и вот откуда-то оттуда, из темных каких-то уголковых памяти поднимается злобленность, обиды. Там они помнят все, что угодно. А у других посмотришь на их жизнь, и у них какая-то светлая память. Хочется общаться с ними. Хочется что-то выслушать от них. И даже когда они завершают свой жизненный путь, из их уст не исходит ничто сомнительное. Дорогие, что особенного скрыто в этом? Вы знаете, это свойственно не только нам. Многие святые, особенно в Ветхом Завете, порой обращались к Богу и говорили, «Господи, вспомни о чем-то! Разве Бог о чем-то забывает?» Вы знаете, забывает как минимум о том, что мы исповедали Ему. Суд Нового Завета... Как об этом говорит апостол Павел в послании к евреям, что Он некоторых вещей нам никогда не напомнит, грехов и беззаконий ваших, говорит Господь, не воспомянул, не буду вам никогда напоминать. И там же, мы даже не знаем, а они где-то в Его памяти покоятся или нет. Дорогие, даже для Бога свойственно необычное явление. Скажем, происходят какие-то суды в какой-то... В мгновение Господь вспомнил, скажем, об этом человеке, о Ное вспомнил. Вспомнил о милости какой-то. Дорогие, что это за свойство такое? Почему так для нас это важно? Почему порой мы встречаем людей, которых мы думаем, что у них что-то действительно трудное с памятью? Они не помнят себя, не помнят своей истории, не помнят своего прошлого. Они потерянные люди. Иногда... Медики с этим сталкиваются. Дорогие, вот все, что относится к памяти, буквально переполняет нашу жизнь. Даже, даже уже не только жизнь нашу обычную. Дорогие, сегодня мы берем в руки телефоны и говорим, у этого телефона столько памяти. Дожились. Компьютер, как вроде он умный сам по себе, у него столько памяти. Молодежь там друг перед другом говорит, у тебя сколько там у каких-то. Дорогие, что-то необычное происходит в нашей жизни. Давайте поговорим об этом, потому что в памяти покоится что-то очень важное и значимое для нас. Если человек о каких-то вещах, которые ему необходимо забывает, у него, по сути дела, нет будущего. Если мы забываем наше прошлое в некоторых вопросах, не во всех, а в некоторых, у нас нет возможности расти для будущего. Если мы забыли о некоторых вещах, которые даровал нам Бог, мы не получим следующее с вами, потому что сердце однозначно станет неблагодарным. Если оно не помнит о вчерашнем дне, что явил там Господь, мы вряд ли получим хороший завтрашний день. Дорогие, нам это необходимо, потому что жизнь настолько стремительна, настолько сегодня многое изменяется в нашей судьбе, что удивляешься, один успешный христианин, а другой нет. И вы знаете, очень часто мы ищем ответы в каких-то ну, очень духовных переживаниях. Мы буквально порой штурмуем небо и говорим, Господь, открой, ну что там такое, может, сатана восстал на Израиле, еще что-то. Да не восставал он. Куда ему уж восставать после того, как ему Христос надавал там на кресте? В Библии говорится, что он вообще лишил его силы. Куда уже ему восставать? Ему ползать только надо. Дорогие, а проблема в том, что человек о некоторых вещах просто взял и забыл. Что-то не в порядке с его памятью. И поэтому у него сегодня ненормальный, может быть, день и так далее, и так далее. Я предлагаю вместе... Дорогие святые, вместе со мною просто попутешествовать по страницам Святого Писания, потому что для нас это важно, значимо и ценно. И я предлагаю прежде всего посмотреть на один замечательный текст. И пусть нас не смущает то, что он представлен в Ветхом Завете, но Бог в Ветхом Завете Он точно такой же и в Новом. Нет Бога Нового и Ветхого Завета. Это один Бог, который говорил с нашими працами и говорил потом в Иисусе Христе и для нас. Итак, восьмая глава, второй текст книги Второзакония. И помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой по пустыне вот уже сорок лет, чтобы смирить тебя чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем будешь ли хранить заповеди его или нет. Хороший вопрос. Очень важный, значимый библейский текст. Помни весь твой путь. А если забыл, а и правда, если взял и забыл. Вы знаете, нам свойственно некоторые вещи забывать очень быстро. В ветхом завете время от времени читаешь о каком-то царе, которому было оказано благодеяние или о каком-то городе, которым святые люди оказали милость какую-то, прошли годы и не вспомнили они об, об этой милости и как результат десятки людей близких, родственников, сыновей просто стирали с лица земли, чтобы даже памяти святого человека не оказывалось. Почему такая короткая? Памятью этих людей, и почему, как только они забывали об этом, следом шли кровавые дни. Дорогие, забывчивость покрыта кровью. Если посмотреть на жизнь некоторых людей, у которых проблемы с памятью, мы можем смело увидеть, что их путь окрашен кровью невинных людей, окрашен кровью сплетен каких-то оскорблений, унижений чести и достоинства человека. А причина одна – он просто о чем-то забыл. Святые, для нас важно, почему-то Дух Божий написал, помни об этом. Дорогие, что мы помним из того, что у нас было вчера? Дорогие, я помню, как с горечью, ну, с неким, может быть, насмешкой, провожали многих иммигрантов из России, из бывшего Советского Союза, кто-то смеялся на кто-то, плакал над этим. Дорогие, вы знаете, я знаю многих людей, которые переехали сюда, и как-то они очень быстро забыли, откуда они приехали. Забыли о том, как пламенели в молитве, забыли о том, как стремились к чему-то, как-то удобно, хорошо, приятно, замечательно, Поэтому Бог иногда напоминает, то там кризис со строительством произошел, то там еще куда-то нас занесло, то Бог там опорожнил наши карманы, потому что необдуманно кредит взяли. И как-то сразу память посветлела, как-то жить стало веселее, лицо начало улыбаться. Я встречал людей, которых Господь крепенько потряс, они как-то так здороваться со мной начали. Я думаю, как хорошо! Что с памятью их происходило? Почему не забыли о некоторых вещах? Вы знаете, однажды апостолы получили такое указание от Господа. И один из апостолов сказал, чтоб мы помнили нищих. Я думаю, а что, об этом так трудно помнить? Почему это как заповедь определенная была? Да в то время нищие почти на каждом углу были. Ну, разве нужно было об этом помнить, если они постоянно встречались с тобой? Но почему-то Дух Божий оттенил это. Помни об этом. Помни, потому что ты сам когда-то в этом нуждался. Помни весь твой путь. Вы знаете, я представляю себе хорошего, богатого еврея. Лет, может быть, через 400 после того, как они вышли из Египта, он уже, так знаете, стал хорошим, богатым, может быть, банкиром стал. И наконец-то пришла Пасха. И по закону Божьему он должен был что-то сделать. И по закону Божьему его сын время от времени спрашивал о том, папа, что это такое? И вот серьезный такой уважаемый человек, банкир говорит что-то делает, а сын спрашивает, папа, а что это за заповеди? Он говорит, сынок, рабами мы были в доме фараона в земле рабства. Папа, ты раб. Сынок, да это так, вот понимаешь, ты же понимаешь, какой раб, ты посмотри, сколько у меня много. Это так вот, ну вот, ну так вот, это так. Дорогие, как легко забыть о некоторых вещах. Если мы смотрели внимательно на историю израильскую, как только они забывали о некоторых вещах в своей жизни, сразу же их культура, их религиозные отношения с Богом, их духовность резко шла вниз. То не забыли Господа, то забыли жертвовать в храм, то забыли о том, что надо заботиться о священстве, то забыли о том, что надо заботиться о своих отцах и матерях, и резко шло все вниз. А чтобы они потом памятью не страдали, приходили враги и напоминали им о том, что вообще-то рабство дело такое. Как у нас в России много лет говорили, от сумы и от тюрьмы. Помните, не зарекайся, то есть помни о том, что оно может когда-то к тебе прийти, и, и не забывай о некоторых вещах. Приходили враги и напоминали, вы знаете, у них светлела память, они вспоминали об Аврааме, они вспоминали за Исаака, они вспоминали за обетование, начинали молиться, Господи, вспомни, вот отцы наши что говорили, Бог говорит, да я и не забывал это, вы забыли об этом. Как-то сразу память посветлела уж там. Они вспомнили, что слезы у них, оказывается, есть. Да еще, оказывается, молитва помогает. Да и поститься, вообще-то, оказывается, можно. И смотришь, как-то так повеселело в жизни. Повеселело, расслабились, все хорошо. И, и снова точно так же. Дорогие, память прошлого, позволяет нам формировать фундамент для завтрашнего дня. Но если мы хотим получить благословение завтрашнего, если мы хотим, чтобы обетования были как-то удержаны, мне ведь нужно на чем-то стоять. Любой строитель знает, что на болоте нельзя построить дом, просто все это утонет там, нет основания, не на что опереться. Дорогие, на что мы можем опираться? На память. Память некоторых вещей. Некоторых событий, которые должны быть очень четко представлены в нашей жизни. Вы знаете, когда мы о чем-то забываем, апостол Петр об этом, кстати, напоминает во втором послании, известная первая глава. Он говорит, что покажите в вере вашей добродетель, добродетели там, следующее качество, и, наконец, проявите любовь в ком это есть и умножается, тот не останется без успеха и плода в познании Господа. А в ком нет – и возникает вопрос, а почему нет? Там не представлена не не последовательность, нет и поэтому. Там описана фиксация факта. Нет ввиду чего, а в ком нет всего, тот слеп забыл о чем-то в своей жизни. Именно поэтому нет, потому что Он забыл о том, о чем не надо забывать. Поэтому в забывчивости есть особая опасность. Святые, для нас важно помнить многие вещи. Помнить родителей своих, помнить детей своих, помнить свою историю, помнить своих духовных наставников, вспоминая о их вере, подражать жизни этих людей, вере их, помнить о многих вещах. Помнить о том, что, может быть, нам мать когда-то в детстве говорила, дорогие, мы можем забыть на уровне разума, но если мы об этом забыли, нам жизнь все равно это преподнесет на уровне генетики нашей, и потом наши потомки будут вздыхать от того, ну что же произошло с генетическим кодом человека, почему в его судьбе вдруг появляются какие-то странные потомки. А потому что у памяти есть очень необычное свойство, и некоторые медики сегодня об этом говорят, хотя они при этом не понимают истинных вещей, потому что не знают Бога. Дорогие, что нам важно помнить в нашей жизни, а что важно нам не помнить, потому что вот это слово "помни Господа" говорит о том, что память она должна быть управляемой. Для того, чтобы помнить, нужно приложить определенное усилие, скажем так, дать старт этой памяти. А можно и не дать. И можно сделать то, что мы порой называем ⁇ забыл ⁇ Или, точнее, ⁇ не захотел помнить ⁇ Дорогие, память ⁇ это то, что приводится в действие определенным усилием нашей воли. Мы можем помнить, а можем и не помнить. Поэтому Господь заповедал, помни, сделай все, чтобы это было удержано в твоем разуме, в твоем сердце. Чтобы не забыло твое сердце, говорит Святое Писание. Иначе оно будет потом творить многие дела, которые никому не нужны, дорогие. И при этом не важно, где мы живем. Живем мы в России, живем мы в Америке. Дорогие, посели нас на Марсе, мы и там можем натворить каких-то вещей. Если память перестанет нам служить. Дорогие, а что нам надо помнить по жизни? Вот что можно хотя бы основное найти в Святом Писании, что позволит вам, позволит мне жить нормальной жизнью, чтобы моя жизнь была достаточно разумна, спокойна миром наполнено. И я был уверен в том, что завтрашний день у меня будет нормальный, потому что если у меня есть основание сегодня, на этом основании вырастет завтрашний день. Потому что память свойственна всему. И если что-то происходит неправильно, нарушается вот этот принцип памяти, и тогда появляется все, что угодно. Медики знают, если в генетике, в памяти генетического кода что-то сломалось, может какой-то вообще ужасный человек появиться на земле. Если что-то сломалось в памяти, скажем, какого-то растения, там какой-то юный мечуринец вмешался во всю эту историю, появится все что угодно. Память слишком серьезная вещь, мы просто, может быть, не до конца об этом знаем или думаем, да и как-то вот она не, не очень по духовному звучит, скажем так. А Библия об этом говорит, настолько много, что удивляешься. Дорогие, и правда, что нам надо помнить? Сделать максимум усилий, чтобы определенные вещи в нашей жизни никогда не были забываемы, потому что это обеспечит нам достойное будущее, достойный завтрашний день. Дорогие, первое, на что я хочу напомнить, это память того, вообще кем мы были без Бога. Но я не имею в виду, чтобы мы, вы знаете, вот постоянно как-то вспоминали, да я был таким алкоголиком, да мы по пять литров выпивали, как выпьем, да там такое. Дорогие, да его от кафедры гнать нужно с такими свидетельствами. Он наслаждается тем, что он был алкоголиком. Эх, а сейчас нельзя, сейчас я христианин. Аллилуйя, я христианин. Дорогие, это насмешка над Евангелием. 51 глава книги пророка Исаия, первый стих. «Послушайте меня, стремящиеся к правде, ищущие Господа. Взгляните на скалу, из которой вы иссечены, и в глубину рва, из которого вы извлечены». Вы знаете, иногда об этом надо вспоминать. Вы знаете, мне иногда необходимо, я чувствую какую-то внутреннюю потребность, я иду на кладбище, чтобы посмотреть на некоторые надгробные надписи. Иногда встречаю там своих старых знакомых и удивляюсь, как они редко прожили. Вы знаете, мысль о том, насколько все можно скоротечно закончить в жизни, что-то изменяет, вдруг светлеет разум. Хотя кажется, ну что мы можем услышать на кладбище и что понять? Иногда христианам нужно сходить в госпиталь, в отделение травматологии, особенно детской. Посмотреть, какие там лежат дети. Вы знаете, как мы начнем дорожить жизнью? Насколько будем радоваться простому куску хлеба? То, что у меня зубы целые, и ногами я могу своими пройти хотя бы 100 метров. И как сразу уменьшится количество ропота, которое вырывается из сердец людей? Просто походить и посмотреть, какие там лежат. Дорогие, память, помни о том, откуда Бог тебя поднял. Потому что память об этом является как хороший такой, знаете, груз, который не позволяет нам в гордыне взлететь выше собственного носа. Это позволит нам иметь какой-то, знаете, такой балласт внутренний, который не позволит нам подниматься в гордыне. Память о том, кем ты был. Вы знаете, некоторые люди забывают об этом. Забывают напрочь. И такое ощущение, что он всегда был святым, как однажды ссорясь между собой в одной политической структуре, венгры, румыны, а румыны ненавидели венгров, они сказали, румыны, румыны всегда были христианами, они еще до Христа были христианами. Потрясающая память. Ну, венграм тут нечего было ответить, они христианами стали после Христа. Дорогие, память хорошая вещь. Дорогие, что еще мы можем помнить, размышляя о заповеди Господней, что поможет нам как-то разумно жить на этой земле? Дорогие, есть очень необычный текст, который, когда читаешь, удивляешься, думаешь, Господи, ну неужели апостол не понимал, что он говорит и кому он это говорит? Речь идет о словах апостола Павла, обращенных к Тимофею. Тимофей был пастором, наверное, самой крупной церкви того времени. В Ефесе насчитывалось, по свидетельствам историков, не меньше 20 тысяч членов церкви. Кто-то называет вообще 80 тысяч. Такая хорошая мега церковь по американским масштабам. И вот этому пастору, которому было призвание от Господа, который получил замечательное образование, у него были дары духовные, вдруг апостол Павел говорит необычные вещи. Второе послание Тимофею, 2 глава, 8 стих. «Помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из мертвых по боговествованию моему». Дорогие, если бы вам, как, я не знаю, ну мне, как пастору, сказали такие слова, «Павел, ты Господа помни», я сказал бы, ты, парень, вообще о чем говоришь? Я потому и живу, что его помню. Дорогие, зачем апостол Павел произнес такие слова? Разве он подозревал Тимофея в том, что у него проблемы с памятью? Разве он думал, что Тимофей слабый лидер или он просто не очень хороший христианин? Зачем он ему эти слова сказал? Вы знаете, он не первый, который такие слова произносил. Апостол Петр в другом послании говорит, что не перестану напоминанием возбуждать ваш чистый смысл, хоть вы и знаете это. Мы живем в очень непростом мире, который просто просто вот ненавидит нашу светлую память, стараясь сделать все, чтобы мы о некоторых вещах забыли. Иногда ему это удается. Посмотришь на некоторых христиан, когда они что-то говорят, там его на, на фривее там кто-то подрезал. Такое ощущение, что он в жизни не знал христианской лексики. Он вдогонку все ему сказал. Наши автомобили, если там поставить записывающее устройство, мы потом не рискнем, чтобы кто-то прослушивал эти записи. Боюсь, там нет-да нет, проскочат. Очень интересные фразы дорогие, память. Помни Господа. А о чем помнить? Вроде как в богословии понятно, вот его рождение, вот праздник там Пасхи, вот тут Троицу будем праздновать. Кажется, все понятно, все просто. Дорогие, это нечто большее. Вот пропитайся этой памятью, событиями того времени. Вот просто внуши их своему сердцу, напоминай постоянно. Потому что мы живем в мире, который как, как знаете, как что-то высасывает из нас суетой, какими-то проблемами, мучительными переживаниями, какими-то страстями или еще чем-то. Он просто пытается высосать из нас очень много, просто усталостью. Разве мы не знаем, что надо молиться? Да, конечно, знаем. Но иногда устанешь до такой степени, что честно говоришь, Господь, я просто хочу сказать тебе спасибо, я пошел спать. Боюсь, что я как настоящий праведник во время молитвы заснул. Поэтому лучше честно скажу, что я устал. Дорогие, это жизнь. И Святое Писание говорит, если не хочешь, чтобы эти вещи происходили, вставай с памятью того, кто есть тот, который тебя спас. Еще пусть где-то разум твой только-только пробуждается, а ты уже напоминай себе об этих вещах. Я иногда ловлю себя на, на какой-то мысли, я еще не проснулся, просыпаюсь от своей же молитвы. Я говорю, Господь, я благодарю Тебя, что Ты в моей жизни. Я еще не проснулся. Я думаю, Господи, а зачем я это произнес? Может быть, как только я проснусь, какая-то обольстительная мысль постучится в мой разум, и Ты уже приготавливаешь мое сердце к тому, чтобы ее отразить. Помни Господа. Помни об этом. Сколько помнить? 24 часа в сутки. У одного еврейского равина спросили, ну вот. Псалмопевец говорит, что о законе Божьем надо помышлять день и ночь, а когда всем остальным заниматься? Он мудрый был раввин, он сказал, в то время, которое ни день и ни ночь. Ну, евреи, они умные люди. Дорогие, сколько помнить об этом? Можем ли мы помнить об этом, когда работаем? Когда, когда погрузились там в пространство интернета и забыли, как вернуться? Дорогие, можем ли мы помнить о многих вещах? Оказывается, можем. Наш дух обладает уникальной способностью, но эту способность утречкам надо как-то запустить в действие. Напомнить какие-то себе стартовые библейские позиции, и тогда наш путь в течение дня не забудет о многих вещах. Хотя нам кажется, мы занимаемся обычными делами, а дух покоится в памяти этой, и он в безопасности. Помни Господа, слушайте, я вновь напоминаю: апостол сказал это не новообращенному христианину. Он сказал это не тому, которого вчера брали на церковное наказание, а завтра помиловали. Он сказал это пастору одной из самых крупных церквей того времени, человеку, который был очень и очень успешен. Уж ему-то, наверное, как-то и не надо об этом говорить. Он сам знает это. А Павел говорит: помни. Петр говорит, не перестану напоминать вам о некоторых вещах. Вы это знаете, но не перестану вам напоминать об этом. Дорогие, но это не все. Дорогие, можем ли мы помнить его милости? Когда я слышу людей, которые ропчут, вздыхают, вот эта интернациональная фраза, которая на всех языках имеет одно и то же лицо, поджатые губы, фразу внушают, церкви нет любви. Такое, вот оно везде одинаково звучит. Ты думаешь, что этому человеку? Разве Господь ему мало явил милости? Почему он так произносит? Почему у него столько ропота и недовольства? Почему? Да потому что он забыл напомнить себе о том, как Бог милостью вообще к его душе. Книга Второзакония, та же самая восьмая глава, 17-18 стихи. Давайте даже 16 «Питал тебя в пустыне манною, которую не знали отцы твои, чтобы смирить тебя и испытать тебя, чтобы впоследствии сделать тебе добро, и чтобы ты не сказал в сердце своем, «Моя сила и крепость руки моей приобрели мне богатство это», но чтобы помнил Господа, Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство, чтобы исполнить, как ныне завет свой, который Он клятвою утвердил отцам твоим» чтобы помнил Бога. В Новом Завете это звучит еще более замечательно. Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они надеялись не на богатство неправедное, а на Бога истинного, дающего нам все обильно для наслаждения. Слушайте, сегодня уже можно об этом говорить. Лет 25-30 назад, если бы на эту тему проповедовали, скорее всего, взяли бы на церковное замечание. Какое наслаждение? Ты что, христианин? Откуда ты попал сюда? Служите Господу без развлечения. Это такие толкования были у многих людей. Дорогие, но помни об этом. Помни не о том, что у тебя особая такая, знаете, вот... Бизнес жилка какая-то. Помни не о том, что ты получил замечательное образование где-то там в Оксфорде, и поэтому ты успешный бизнесмен. Ты не об этом, помни. Сегодня пролетают самые уважаемые бизнесмены, а очень богатые в тюрьме до сих пор просиживают. Помни Господа, Он дает тебе эту милость. Быть богатым человеком быть добрым на доброе дело и многое другое. Просто помни об этом. И при памяти об этом точно можно сказать, гордыня никогда не посетит сердце. Потому что если помнишь, что это не я, а ты, Господи, то тогда точно будешь смиренной личностью. Потому что, а что можно сказать о себе? Господи, это не я, это ты, это твоя милость. Это ты дал мне разум и способность, создал определенное условие и многое-многое другое. Господи, тебя хочу помнить во все дни жизни своей. Помни Господа. Дорогие, но есть еще нечто, что мы можем не только себе сказать, а научить этому наших детей, потому что, оказывается, наши дети помнят очень многое. И вот как в начале собрания здесь показывали, как формируются наши дети, как они Многое впитывает себя в детском возрасте, а на зрелый возраст остается только 5%. Я не знаю, точно это или нет, но это имеет место. 77-й Псалом замечательные слова с 6 текста: чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям. Что возвещать? Возлагать надежду свою на Бога и не забывать дел Божьих и хранить заповеди Его, и не быть подобными отцам, их роду упорному и мятежному, неустроенному сердцем и неверному Богу Духом Своим. Отцы забыли о некоторых вещах, и появилась неверность. Но, оказывается, Господь настаивает на том, расскажи это своим детям, научи их правильно дружить с памятью. Научи их правильно пользоваться памятью. Я иногда смотрю, ну, как человек, работающий с семьями, смотрю на некоторых супругов, они уже в возрасте таком, ну, хорошем возрасте. Вот они между собой ссорятся, я смотрю на них, они забыли, что утром завтракали уже. Но когда начинают ссориться, они говорят, а ты помнишь, 35 лет назад, в понедельник, к вечеру, произнесла такие слова, а мне мама говорила, что ты всегда такой был. А ты вспомни себя, как 52 года назад – налил мне не тот соп. Дорогие, слушайте, они не помнят, что утром было, но почему они дождались определенного мгновения и нанесли друг другу удар ниже пояса? Зачем? Кто пробудил их память? Они же попросили друг у друга прощения. Попросить прощения и забыть это не одно и то же. Это у Господа получается, не вспоминать нам больше никогда. У многих людей как-то не всегда это получается, видимо, они не очень дружат со своей памятью. И так Господь настаивает, помни Его дела. Потому что, когда хотя бы одна, одна история о Его милостях начинает прикасаться к нашему сердцу, уже точно можно сказать, процентов на 50% ропота станет меньше. Потому что мы помним о хорошем. Помни об этом. Напоминай своему сердцу. Это позволит завтра противостоять каким-то искушениям. Потому что в нашей памяти таится какой-то уникальный ресурс для победы. Но не все мы им этим пользуемся. Потому что ищем, возможно, ответы в чем-то другом. Кто-то там по звездам чего-то вычисляет. Ну, понятно, у людей, которые не знают Бога. Их можно как-то понять. Но когда наши христиане там начинают что-то выдумывать и так далее, да просто помни Божьей милости. Вспомни хотя бы два момента из жизни, когда Бог был милостив к тебе. И уж как-то так веселее на жизнь смотреть будешь. Потому что Бог не изменился. Он вчера, сегодня и во веки тот же. Если он был милостив к тебе раньше, он и сегодня не стал другим. Лишь бы ты сам к нему шел навстречу, и он знает, как тебе помочь. Дорогие, но это не все. Есть какие-то еще некоторые моменты, на которые Господь хочет обратить наше внимание, чтобы мы о них тоже помнили. Вы знаете, много лет назад я путешествовал по нескольким американским церквям с одним э, американцем. Ну и там мне давали разные обещания там, о помощи и так далее. Я приехал домой восторженный такой, а точнее наивный. Ну иначе уже напоминать. Ну, слушайте, вы же обещали. В ответ тишина. Наконец я достал этого американца. И он мне ответил, брат Павел, только Господь может давать обещания. Я говорю, это я уже понял. Ты зачем давал? Только потом я усвоил, что если тебе обещают где-то в некоторых церквях в Америке, это не значит, что собираются выполнить. Просто так вот это красиво звучит дорогие, я не имею в виду, что все христиане такие. Я просто с этим сталкивался. Дорогие, что нам советует Святое Писание? О некоторых вещах. Пятая глава. Помнить наши обещания. Богу ли мы давали эти обещания? Людям, потому что Псалтырь говорит замечательное слова. Кто может пребывать на горе Божией, быть в жилище Господнем? Ну, хороший вопрос, кто? Там есть такие слова. Кто клянется даже злому и при этом не изменяет, пообещал, выполни. Ну, обещания они же для того и даны, чтобы их завтра забыть. Едем с человеком еще час ехать до места назначения, звонят ему. И он говорит: да, на пути через 15 минут будем. Я говорю, ты зачем врешь? Нам час ехать. Но если я ему скажу через час, он будет волноваться. Я говорю, так он и так через 15 минут будет волноваться. А я ему еще скажу через 15 минут. Я говорю, второй раз соврешь. А потом третий раз соврешь. А после четвертого Бог может тебя уже не простить. Знаете, как-то задумался. Я говорю, всякая неправда, есть грех, а ты грехом утешаешь человека. Я говорю, и если он твоим грехом утешен, то я удивляюсь, он вообще христианин или нет? Его грех утешил. Дорогие, я не консерватор какой-то, я просто Библию читаю и хочу и к себе эти принципы применять. Итак, Евангелие от Матфея. Замечательные слова – с 33 текста. Еще слышали вы, что сказано древним, не приступай клятвой, но исполняй пред Господом клятвы твои. А я говорю вам, не клянись вовсе ни небом, потому что оно престол Божий, ни землею, потому что она подножие ног его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя, ни головою твоей не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным, но да будет слово ваше, да? Да. Нет? Нет. А что сверх того? Тот у кого? Дорогие, я понимаю, что это слово нередко толкует не так, поэтому нельзя давать обещания, нельзя употреблять Слово, клятва. Христос не об этом сказал. Просто людям в доказательство того, что они, так сказать, будут верны Своему обещанию, они употребляли различную форму, так сказать, чтобы люди всерьез их обещания восприняли. Там клянусь, что я выполню. Бог говорит: не надо кляться. Просто будь честной личностью. Если сказал «да», то «да». А если сказал «нет», то пусть будет «нет». Пусть у тебя не будет семь пятниц на неделю. А если что-то сверх этого, это точно от Лукаова, дорогие. Я знаю достаточно многих людей, у которых в жизни столько от Лукаова, что в конце дня, я думаю, он сам похож немножко на Лукаова. Он так много говорит те вещи, которые не собирается выполнять. Потому что, ну... Он говорит, а я живу в таком мире, все так делают. Я говорю, ну все пойдут туда, и ты вместе с ними, да? Нет, я туда не хочу, я в рай. Я говорю, а туда ж не войдет ничто преданное лжи. Обещания наши. Писание говорит, лучше тебе не обещать, чем пообещать и не исполнить. Дорогие, это наша визитная карточка в отношении с Господом. Мы можем давать обещания Ему. Я, когда обратился к Богу, мне кто-то рассказал о том, что Богу нравится, когда дают обеты. Я подумал, подумал, думаю, какой обед я могу дать Богу? И сказал, Господь, я не женюсь. Но я же понимаю, что не жениться как-то вот сложновато, и давай я там торговаться с Богом. Господь, ну ты же понимаешь, это сложно, все-таки я мужчина, ты как-то там меня загрузи работой, там чудесами твоими, чтобы я там о каких-то вопросах там даже не задумывался и так далее, и так далее. Я еще крещение в то время не принял. И когда я обратился к одному пастору по поводу крещения, он помолился обо мне Богу, и Господь ему сказал, он не может принять крещение, он связан с словом, и мне это не нравится. Он ко мне, а я к тому времени уже так затылок чесал, что-то я так как-то поторопился с этим делом. И он говорит, ты что Богу пообещал? Ну, знаете, как стыдно сказать уже, когда понял, что залез не туда, куда надо, стыдно признаться, что ты там наговорил. Я говорю, да я-то, он говорит, ты говори, потому что Бог сказал, ты ему сказал вещи, которые ему не нужны. И тут я, знаете, аж слезами покрылся, да я ему сказал, что не женюсь. Он говорит, ну давай, забирай назад свое слово и кайся за это, что ты пообещал Богу то, что не нужно. Ты с Богом разговариваешь, а Он всерьез рассматривает наши слова. Он не так смотрит, как порой некоторые люди. Ему, им что-то обещают, он говорит, да я его серьезно не воспринимаю, поэтому даже не обижаюсь, когда он не выполнит. Бог с нами не так разговаривает. Он воспринимает нас как серьезных людей. Мы его дети. Он не может с нами разговаривать, как с неизвестными какими-то пацанами с улицы. Мы его дети. Он серьезно с нами разговаривает. Поэтому хочет, чтобы мы серьезно ему давали какие-то обещания, если даем. Дорогие, это хороший вопрос. Наши обещания, помни об этом, если пообещал, исполни. А если нет, ну иди и проси у Бога прощения. Но для многих людей это настолько незначительное явление. Ну что пообещал? Ну, жизнь такая, ну не смог. Вы знаете, это никому не нужное обещание. Библия говорит, если да, то да. А если нет, то нет, то все наши обещания, вот эти оправдания, они все равно от лукавого что сверх того, то от лукавого. Я помню однажды, когда я пообещал же, женщине одной быть с проповедью там в их библиотеке встречи, я просто забыл, вот, вот начисто выбило меня из головы. И когда она мне звонит, по-моему, Иванович, а вы где? Я говорю, как где? Дома. А вы же должны быть у нас. И я вспоминаю. Вы знаете, у меня было ощущение, что я гореть весь начал мне стало настолько страшно я подвел людей и так далее господи что ты обо всем этом скажешь Я уж не знаю сколько там просил прощения наград Да я понимаю просто жизнь загруженная они милостиво ко мне отнеслись я долго жил с чувством огромной горечи в сердце дорогие бог напоминает нам об этом и еще одно дорогие Память служения. Я думаю, что это самая популярная вещь, которая сегодня происходит, к сожалению, так не в лучшем случае в смысле популярная, но она происходит на сегодняшний день. То, что нередко люди забывают и как-то вот хорошо забывают. Книга Откровения, вторая глава. Давайте прочитаем с третьего текста. Ты много переносил и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. И так вспомни, откуда ты не спал. И покайся, и твори прежние дела. Если не так скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места твоего, если не покаешься. Кажется, ну что здесь такого? Ну, ну забыл, похоже, да? Забыл о служении, забыл об ответственности как в каком-то такой неканонической притче. Мама будет своего сына, она, а он говорит, мама, назови мне хоть одну причину, почему я должен вставать. Она говорит, три причины. Ты пастор церкви, тебе 40 лет, и собрание начинается через полчаса. Забыл. Расслабился. Дорогие, у каждого из нас есть служение, я знаю, как пастора в церквях вздыхают от того, что человек служил Господу, а потом по какой-то причине, ну знаете, ну жизнь, там, обстоятельства, и он как-то отошел от служения. Библия называет это грехом, потому что ты имел это, но по какой-то причине оставил, Бог говорит, вспомни о том, где ты был. Можно, конечно, сказать, то, что я на сегодняшний день имею, оно несравнимо с тем, что я раньше имел. Может быть, я раньше не имел имущества, там друзей меньше было, машина была не такая крутая, а сегодня у меня и то, и то есть. Видите, Бог меня благословил. Бог не так на это смотрит. Если какой-то человек оставил служение, Бог говорит, вспомни, откуда ты не спал. Потому что Бог дает служение не для того, чтобы его когда-то оставили, это не увлечение, это не время просто как-то вот себя показать, людей посмотреть. Это служение Богу великому царю, настолько святому, что перед ним ангелы трепещут и руками лица, лица закрывают свои крыльями, ноги закрывают свои, они осознают, что даже их величайшая чистота и то она должна быть прикрываема, они стоят перед Богом. Может быть, нам не всегда свойственно это понимать. Дорогие святые, если кто-то из вас имел какое-то служение, и по какой-то причине тихонечко так на нет это не извел, на печаль пастору, может быть, еще каким-то людям, которые об этом молятся. Дорогие, лучше вспомнить о том, что надо возвратиться, потому что нельзя по-другому. Вспомни, что ты имел, Возвратись к этому. Дорогие, память – хорошая вещь. Она есть и у Господа, как мы уже говорили. Смотря на что-то, Он вспомнил о Своих обещаниях. Он всегда о них помнил. Просто Он показывает, насколько Он заинтересован нашей судьбой, чтобы мы как-то могли это понять. А о некоторых вещах Он не собирается помнить. Когда мы Ему сказали о каких-то наших вещах – и суд Нового Завета восклицает грехов и беззаконий ваших. Не напомню вам больше, не воспомяну. Вот это он забывает. Дорогие, нам тоже нужно научиться некоторые вещи забывать. Забывать навсегда, чтобы они не накапливались, не засоряли нашу память. Это, знаете, как кровь, засоренная чем-то. Люди преклонных лет знают, как сужаются сосуды, и кровь плохо бежит, потому что слишком много за жизнь накопилось. Дорогие, ничто не должно замусоривать нашу память. Если какие-то вещи произошли, и они покрыты молитвой, их надо забыть. Это наше решение. У памяти есть уникальное свойство. Если мы внутренне, разумом или сердцем своим решили, что вот это уже не должно быть в нашей жизни, мы можем это убрать. И само оно к нам не возвратится. Как бы нам ни говорили некоторые странные вещи, психологи и так далее. Дорогие, мы можем жить свободно от некоторых вещей, но Бог настаивает. Помни о чем-то, помни Господа, помни Твой путь, помни судьбу Твою, помни родителей, помни слезы пасторов, помни тех, которые прошли перед Тобою, помни пророческие какие-то слова, помни, потому что это наша хорошая будущее. Это наш благословенный завтрашний день. Если забыть об этом, дорогие, у нас нет будущего. Потому что как только человек забыл вчерашний день, для него завтрашний может не прийти. А если придет, он потеряется в этом завтрашнем дне. Он не знает, кто он. Иногда люди после аварии впадают в состояние, они не знают, кто они, они не знают имени своего. Это, это просто человек, который даже, даже не знает, откуда он, и его близкие найти не могут. Они не знают, к кому обратиться. И где-то там заканчивает свою жизнь, неизвестно где. Ужасная судьба, потому что что-то с памятью произошло. Святые, мы будем молиться Богу. Нам есть что вспомнить доброе, хорошее. Вспомнить о том, как нам Бог что-то сделал, вспомнить о том, как люди сделали нам много добра, может быть подойти к ним после собрания и сказать спасибо. Ты знаешь, я помню. Помню, как некоторые слова ты произнес мне. Однажды, когда я лежал просто раздавленной болью в позвоночнике, мне даже пошевелиться было больно. Ко мне пришел один из пасторов с другой церкви совсем и сказал, Павел, ты можешь на меня рассчитывать. И когда этот человек упал, к сожалению, на него все там, к сожалению, он согрешил, когда мы встретились, я ему сказал, Юра, ты знаешь, я помню твои слова. Когда я лежал раздавленной болезнью, ты сказал, Павел, ты можешь на меня рассчитывать. Я хочу тебе сказать, Юра, ты можешь на меня рассчитывать. Я буду молиться за тебя. Я не буду тебя осуждать. Я буду делать все для того, чтобы ты скорее поднялся, чтобы ты восстановился в служении. Потому что я помню твои слова. Они пронизали мое сердце тогда. Дорогие, нам есть что сказать друг другу. Может быть, подойти после собрания к вашему пастору и сказать, пастор, я помню, когда-то ты мне сказал такие слова, и они многое изменили в моей жизни. Я просто хочу сказать тебе спасибо сегодня. Подойти к родителям, у кого не живы. Хуже, когда мы возле памятников вспоминаем о том, о чем-то. При жизни вспоминать надо. Дорогие, сказать Господу о чем-то, Господь, я помню. Я помню что-то, что изменяло мою жизнь. Я помню, что меня радовало. Господь, я помню. И пусть наша память расширится. Пусть в ней будет много светлых страниц. И пусть не печалится наше сердце чего-то ненужного. Пусть это ненужное уйдет. Помни, Господа. Помни, откуда Ты пришел. Помни, кем Ты был. Многое помни. Потому что это поможет нам изменить нашу жизнь сегодня. Дорогие святые, давайте помолимся Богу. Поговорим с Ним. Ему есть что нам сказать. Даже напомнить.